Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина вместе с коллегой по фракции Дмитрием Голубковым и муниципальными депутатами-единороссами посетили Одинцовскую среднюю школу номер 1 и проверили, как в образовательном учреждении реализуется проект инициативного бюджетирования. В школе были созданы два дополнительных учебных кабинета на втором и третьем этажах школы. Для них выделены зоны с помощью стен из особо прочного матового стекла. Классы будут продолжать обустраиваться и оснащаться, но уже сегодня дети могут в них учиться.